Ерохин нам завел землю, вот пообещал сделать эти бордюры. А что, Ерохин, например, у меня такой двор был вообще, вот такой вот, все, асфальт положили и все. Ярышева я, во всяком случае, в своем дворе не видела. Честно говоря, я не помню, что Ярышев об этом, а Ерохин у нас депутат нашего вот района здесь, да. Вот, мы сейчас прорабатывали с ним большую программу выполнить ливневую канализацию, которая сегодня топит при дождях. Это Глухова 3, Карамзина 8, Карамзина 6. Только про наркоманию помню от Ярышева, все остальное нет. А Ерохин, по крайней мере, за последний год, касаемо даже моего лично ТОСа, сделал очень много. На детской площадке участвовал в праздниках, приезжал, спонсировал, то есть очень много сделал для нас. Поэтому мы будем голосовать только за него.